Заслуженный деятель мастерства Российской Федерации, член Союза композиторов, кинематографистов и театральных деятелей России Рыгор Гладков. Его часто называют детским композитором, и это не выпадково. Талиновитый автор выпустил у России самую великую колькость пластинок, компакт-дисков и кассет для своих юных слухачов. Многие музычные творы Рыгора Гладкова стали классикой. Подчас творчего вечера композитора их с энтузиазмом подхопливали и дети, и дорослые. А может быть собаки, а может быть корове, конечно же упал и прямо на лисице, чего вы кидаетесь? А может быть на страуса, а может быть на дворник, немедленно попал. Рыгор Гладков – автор музыки до многих широковядомых и горячо любимых советских мультфильмов и казок. Сярод их «Пластилиновая ворона», «Следство ведут колобки», «Пригоды Незнайки», «Яго сябро», «Винни-Пух», «Кошкин дом», «Червоная шапочка» и іншие. Головная формула этих музычных творов – прививать детям добрыню и выховывать их на становчих учинках. Дети – это не просто наше будущее, это то, кому мы передаем страну. Они сегодня дети, а завтра они у нас министры, руководители предприятий, директора школ, учителя, врачи. И поэтому им надо передать все лучшее, что есть у нас, и то, что мы не успели сделать, и кем не успели стать. Поэтому очень важно, мне кажется, прежде всего творчество для детей. Творчий вечер Рыгора Гладкова был организован в формате концерт-хэппенинг. Инакш кажучи, это импровизованный диалог с ледачом, коли он и сам становится удельником сценичного действа. Автор выконывал для присутных свои музычные творы под аккомпанемент гитары, якой он, до речи, володая по-майстерску. А дети ему в этом допомагали, як соправдные юные зорочки эстрады. Меня восхитило, как он относится к детям. Он вот в этом маленьком существе видит не то, что когда-то он еще станет личностью, взрослым человеком. Нет, он уже изначально видит в нем личность, достойное внимания. Более того, он считает, что взрослым, а многому чему можно поучиться у детей. В первую очередь, вот этому позитивному мироощущению. За годы творчей деятельности за плечима Рыгора Гладкова множество престижных премий и узнагород, однако яны, на думку автора, далеко не самое головное его достижение. Куды важнее для композитора бачить на своих концертах захопленные в уши своих юных слухачов и их батьку, которые, дякуючи ему, мают возможность перенестися у чудовную краину дятинства. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».